Так, всем привет! Вы на канале ESF Crew. К нам приехал Антон из Силки, Тёма, как всегда, с нами. И мы решили записать Game of Scoot Flat по правилам МГП. Правила такие: нельзя трюки, нельзя грэбы, нельзя трюки, связанные с балансами. И что там еще? Так я сказал. Да, все. Ну вот. А, и... Да, такая тема, то что, допустим, Тёма начинает первый, да? Сейчас. Тёма делает трюк, и он делает свои трюки, пока не зафейлил. Да. И потом, если Тёма зафейлил, то переходит к следующему. Надеюсь, все поняли. Тогда начинаем. Надо разыграть. Ну вот как всегда, типа. Я всегда последний. Никогда не был. Ты будешь, что я первый. Что, погнали, кто первый? Так, мой первый трюк – это барспин. Мой второй трюк – это вип. Федя. Мой третий трюк – это 360 градусов. Мы играем до двух трайв, и сейчас будет мой второй. Мой следующий трюк – опосит барспин. Далее я загадываю хил-вип. Опозит 360. Градусов на VIP. Мой трюк дабл VIP. Мой трюк трап. А найти бар халка бар. Как это? Сто себе с бар на халф-бар. Мой трюк трап. Просто ванейте бар. Ну сейчас-то они точно зафейли, да? Нет. Халкабар. Яп. Чопсы на Эми? 180 бит.
посчитайте, сколько у вас минус? 20. Подожди. Где там второй? Я сделал кик из флэт. Трук друвер. Ротальвип. Что? В натуре? Я не умею, у меня парк на ту сторону. Мой трюк трак. Так, давайте трак. First try. Так, у них был вип. Был вип. Что я сделал, да, просто для тебя? Вообще не видно. Фейки был вип. Пар на half-cup пип. Double whip 180. Там лежал. Так, у меня есть два трюка, которые я могу сделать. Первое или второе? Первое. Первое? Первое это double heel, второе это unless. Да вы сказали первое. Я вас ставлю. Чё, ты можешь поставить? Чё, опять без минуса? Смотри, ротор вип. Фейки, фул, вип. Смотри в камеру. Сосис бар спин и просто хав. Хав-кап. Да все, я сейчас телефон там буду снимать, блядь. Что, прогресс? 180 бар, вип, фейк. Бар. Хил вип 180. 180. Дабл вип 180. А салат барки сегодня кто-то снять. Так. Давай вырвем эмблес флат. VIP 180 бар. Матюк 180, дабл VIP 180. Давай фингер попробуем. Give it double. В общем, мы доиграли. Пишите в комментарии.
Пишите в комментарии, если вам понравилось, и вы хотите видеть еще МГБ Флэп. И все, подписывайтесь на этих пацанов. Мы сделали видос. Все.